Италию я не поехал так же. Как за 2 года до того меня во Францию, подумав, не пустили. Поскольку провокации возможны. И в Англию поехали другие писатели. Италия, прощай! Ты снилась мне, Венеция, по Джеймсу, завернутая в летнюю жару, с клочком земли, засаженными цветами, полуразвалившимся жильем, каналами, изрезанная сплошь. Ты снилась мне, Венеция, по Манну, с мертвеющим на пляже Ашенбахом и смертью образ мальчика, принявший, с каналами, мой друг. Подмочены мои анкеты, где-то не то сказал. Мои знакомства что-то не так чисты, чтоб не бросалось это в глаза кому-то. Трудная работа у комитета,